Проактивная защита и защита от сетевых атак. Откроем окно настройки Касперский Internet Security 2012 и перейдем в раздел «Проактивная защита». Этот модуль защищает компьютер от новых угроз, информация о которых отсутствует в вирусных базах. Работа этого компонента основана на контроле и анализе поведения всех программ, установленных на компьютере. На основании выполняемых действий антивирус принимает решение, является программа опасной или нет. Таким образом, компьютер остается защищенным не только от уже известных вирусов, но и от новых, еще не исследованных. В качестве настройки мы можем указать, какие программы считать доверенными. А также есть настройка правил при наступлении определенных событий. Нажав «Настройка», мы видим список событий и действий при них. Нажав на каждое действие, его можно поменять. Закроем это окно и перейдем к следующему разделу настройки «Защита от сетевых атак». Компонент «Защита от сетевых атак» в Касперский Internet Security 2012 запускается при старте операционной системы и служит для отслеживания во входящем трафике активности, характерной для сетевых атак. Обнаружив попытку атаки компьютера пользователя, Касперский Internet Security блокирует любую сетевую активность атакующего компьютера в отношении компьютера пользователя, на котором установлен антивирус. По умолчанию блокирование атакующего компьютера производится на 1 час, но это значение можно изменить.